Следующая остановка – Каринский бульвар. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что в автобусе ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма и других противоправных действий видеозапись передается в правоохранительные органы. Thank you.
кинотеатр «Волга», дом модули «Три семерки». Следующая остановка – Леоновский электромеханический завод. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или бесхозных вещей в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Thank you.
Следующая остановка – Дмитровское шоссе, дом 116. Уважаемые пассажиры, на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта организован ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования сертифицированных перевозных карт, карты подлежат изъятию. Нарушители избежать административного штрафа в размере 2500 рублей. Очень большое время осуществлять оплату проезда. Дом 116. Следующая остановка – платформа Леонозова. Платформа Леонозова. Следующая остановка – Угличская улица. Да, смотри, вот она тоже на самом деле.
Следующая остановка – Леонидовский парк отдыха. Переповецкая улица, дом 14. Для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки звонка. Не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Видеозапись передается в правоохранительные органы. Thank you.
людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Thank you.
пассажирского транспорта организован ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что за бесконечный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования сертифицированных ремонтных карт, карта подлежит изъятию. Нарушитель подвергается административному штрафу в размере 2500 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда. Thank you.
в исходных мужчин в подвижном составе, не прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Следующая остановка – Рудмак. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что в избежании травм необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении автобуса от остановки. Следующая остановка – широкая улица, дом 5. Thank you.
водителю нажать на кнопку звонка.
Следующая остановка улица Комарудина, дом 22. Уважаемые пассажиры. Улица Комарудина, дом 22. Следующая остановка поликлиника. Нашла все документы, все постановления, все законы, написали во все инстанции письма. Ну, значит, будем ждать результата. Вообще они обязаны предоставлять. Да. Значит, ну они же обычно отказали. Ну, сейчас, значит, закидываем, сейчас будем получать обязанности вчера. Вот, и сейчас, вот после того, как эта справка уже есть, значит, запускаем все документы во все инстанции. И в течение месяца они должны как-то... Остановка улица Морозина. Следующая остановка улица Морозина, дом 1. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что в избежании травм необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении автобуса от остановки. Конечно, но уже сейчас мы почувствовали облегчение. Потому что маски были совершенно. Давай, плащи подходи, гость, я иду гость.
слушателя, что до сих пор мозги начинают чуть-чуть включаться, не совсем еще. Но а моя мечта, когда приходит куда-то девочка, то вот опять они сейчас где-то там... Счастливого вам пути!